Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Впервые в истории зимняя универсиада проходит на территории России, в городе-герое Красноярске. Несколько лет велась подготовка к приезду спортсменов и гостей со всего мира. Организаторам удалось не просто подготовить город к соревнованиям, но и сделать эти игры настоящим праздником. К зимней универсиаде в общей сложности построили, реконструировали и отремонтировали 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Многофункциональные тренировочные комплексы, ледовые арены, стадионы, больницы, автодороги и новый терминал аэропорта Красноярск. Все объекты студенческих игр останутся в наследство Красноярску. Ими смогут пользоваться и жители города, и гости краевой столицы. Но Всемирная зимняя универсиада – это не только спортивные соревнования. Масштабная культурная программа студенческих игр насчитывает более 270 мероприятий. Выступления творческих коллективов, спектакли, выставки, экскурсии, спортивные шоу. Одной из особенностей программы стало и проведение фестиваля «Мир Сибири». Фестиваль «Мир Сибири» впервые проходит в зимнее время. Он приурочен к универсиаде, но неизменным остается одно. Это, конечно же, ярмарка и мастер-классы, на которых можно научиться ремеслу. Фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» в 2019 году впервые прошел в марте и не в Шушенском, а в Красноярске. «Мир Сибири» – это яркий, динамичный open-air проект в мире этнической музыки и традиционных ремесел. Олицетворение Сибири в чистом виде. Вобрав в себя все разнообразие культурных традиций, как широкая русская душа, открытый всему новому и неизведанному, фестиваль сохраняет свою самобытность. Здорово, что появляются новые форматы, тем более этнических фестивалей. Республика Тыва здесь представлена туристско-информационным центром. Идет презентация тур-маршрутов республики, также событийных мероприятий. Еще одна площадка – это на острове Татышево. Там предприниматели Республики Тыва представили свою сувенирную продукцию. Марафон живого фолка – уникальная комбинация этнической и современной музыки в сочетании с ярмаркой, декоративно-прикладного искусства, музыкальными и ремесленными мастер-классами, творческими встречами, арт-объектами, фотозонами, множеством интерактивных локаций, точка притяжения десятков тысяч гостей и сотен участников. Еще одна особенность зимнего фестиваля – это новая площадка, экономический потенциал регионов России. Узнаем, чем богата наша родина. На выставке можно было сфотографироваться с катушкой Теслы, узнать историю самого первого города Красноярского края Енисейска, подержать в руках слиток золота стоимостью более 33 миллионов рублей и узнать о том, как из руды можно получить драгоценный металл. Золото не видно. На тонну вот такой вот руды приходит всего 3-4 грамма золота. И физическим методом его никак оттуда не извлечь. Помогает вот эта красавица, бактерия. Она кушает сульфиды, в которых есть золото, как обертку от конфет, как кожуру от орехов. Она съедает все, что нам не нужно, оставляя только золото. И вот такая вот благородная, извините, бактерия помогает нам извлекать золото из руд, из которых другими способами его не извлечь вообще никак. Для любителей всего полезного и натурального на площадке «Мира Сибири» развернута выставка, на которой представлена продукция, изготовленная из даров бескрайних степей и лесов и сибирской тайги. На выставке представлены и родные для нас травы Тувы. Даже здесь, в Красноярском крае, можно найти уже полюбившийся продукт. На «Мир Сибири» приехали более 1000 экспонатов, от простейшей деревенской самоделки до старинного английского рубанка 1780 года. На обрядовой поляне воссозданы традиционные жилища коренных народов, проживающих на берегах Енисея. Ивенские и таймырские чумы оленеводов и традиционное тувинское жилище юрта. О многогранной природе промышленности, полезных ископаемых, искусстве Сибири рассказывает и выставка Сергея Кужугетовича Шойгу. «Мир Сибири» – яркое, завораживающее событие, как летний фестиваль, который ежегодно проходит в июле в Шушенском, зимний вобрал в себя самое лучшее, чтобы дать возможность красноярцам и иностранным гостям познакомиться с этнической музыкой и традиционными ремеслами народов, населяющих Красноярский край, Республику Хакасия и Туву.
Что ни день, то новая утка. Время-то предвыборное. 1 сентября еще не наступило, а особо жаждущие получить депутатскую неприкосновенность уже активизировались. Последняя новость. В Туве пытаются отменить стратегию социально-экономического развития Тувы до 2030 года. По мнению якобы радеющих за судьбу республики, она предусматривает настоящее экологическое бедствие. Разрушение экосистемы Тувы и уничтожение значительного количества животного и растительного мира. И все бы ничего. Но вопрос к методам, которые используют эти энтузиасты. Например, фальсификация. Подписи жителей Тувы, которые собирают самоназванные «зеленые защитники» об отмене разработки месторождения в Упсунурской котловине, скорее всего, не настоящие. Замминистра природных ресурсов и экологии побывала в селе Акырык. Ей удалось лично поговорить с жителями и выяснить, подписывали они обращение или нет. Граждане сами, да, они выходили, они четко, ясно излагали свои мысли, что они не подписывали, что у них не спрашивали, к ним не подходили. То есть там в целом сложилась такая вот ситуация, да, известные люди этого села, этого района подходили, говорили, что я не давал согласия, да, чтобы мое имя было в этом письме. То есть там сложилась такая ситуация. Все началось сравнительно недавно, когда в сети появилась информация о запросе бурятской компании на разработку хромовых руд в охраняемой территории Упсунурской котловины возле озера Шаранур. Таких месторождений по России очень мало. Одно из них в Туве. Однако позиция властей по этому поводу однозначна. Было обращение в территориальный отдел Центр Сибнедра по республике Тыва, в Тыванедра, да, заявка от компании «Ресурс» на предоставление права геологического изучения на Упсунурской котловине. В свою очередь, значит, Тыванедра написала официальный запрос в государственный заповедник Упсунурская котловина с просьбой дать прояснение, есть ли возможность или нет ли возможности проведения на данном участке геологоразведочных работ. На что, проведя научно-технический совет, Упсунурская котловина дало заключение, что на территории, значит, кластерного участка Ямалык, там буферная зона у них, не разрешается проведение каких-либо геологоразведочных работ. Ну и в свою очередь хочу сразу сказать, что в нашей концепции развития и в целом в стратегии социально-экономического развития Тувы, значит, вот это месторождение не рассчитывается как месторождение, да, которое бы входило в оборот. То есть освоение не предусматривается. В понедельник, 4 марта, стало известно, что в поиске руды в бассейне особо охраняемой территории Упсунурской котловины отказано. Несмотря на то, что республика ждет прихода на территорию Тувы крупных инвесторов, все понимают, что разработка месторождений на этой территории невозможна, так как это среда обитания краснокнижных птиц. Однако недоброжелатели этим продолжают пользоваться. В сети, значит, появилась информация, публикация по поводу обращения главы республики Тыва Шалбану Валерьевичу Караулу от общественного движения «За Туву», где четко и ясно выражается мысль против принятой нами стратегии развития, социально-экономического развития Тувы до 2030 года, в которой по части Министерства природных ресурсов отражена четкая концепция развития минерально-сырьевой базы республики до 2030 года. Авторы вот этого обращения очень обеспокоены в плане продажи нами месторождений полезных ископаемых. Эта тема развивается в нашей республике достаточно давно. Мы отслеживаем, значит, эти негативные настроения по поводу продажи месторождений. И мы хотим пояснить, что в настоящее время такой вот распродажи месторождений и как такового самого понятия распродажи месторождений не существует в принципе, значит, потому что все недра, которые находятся на территории Российской Федерации, которые находятся на территории нашего
субъекты нашей республики, они принадлежат и являются собственностью Российской Федерации, что прописано в основном федеральном законе о недрах. Отметим, региональная власть не может выделять недра, только защищать от недоброжелателей. Опасения жителей Тувы за экологию понятны, однако оснований для беспокойства нет. Тува – регион с традиционным укладом жизни. Его культивируют и хранят многие поколения. Но вместе с этим республика должна идти в ногу со временем, развиваясь в правильном стратегическом направлении. В Туве открылась фотовыставка, на которой представили снимки женщин, борющихся с онкологическим заболеванием и победивших его. Идея выставки женских портретов возникла несколько лет тому назад у председателя общества инвалидов Кызыла Алены Сидип, которая сама живет с онкологическим диагнозом. Однако не опускает руки и на протяжении 10 лет отстаивает права людей, в частности детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель выставки – побороть общественный страх перед этим тяжелым недугом, показать, что жизнь в любом случае продолжается, и больные раком женщины требуют нашего внимания, признания своей женственности, отмечает одна из участниц выставки Татьяна Бугусова. Я являюсь пациентом онкологического диспансера с 2017 года. Казалось бы, событие это печальное, но во многом оно дает стимул к жизни и жизнь насыщенную. Чему примером является наша выставка. Я решилась на фотосессию с небольшим раздумием. Думала я недолго, поскольку знаю очень много людей, которые унывают, получив такой диагноз. И даже с очень маленькой стадией рака ложатся сразу умирать. Хотя в наше время рак – это не приговор. Люди борются с четвертой стадией и живут очень долго. Пусть это приносит какие-то свои хлопоты, какие-то неудобства, может быть, переживания близких и свои собственные переживания. Но жизнь на этом не заканчивается, жизнь продолжается. И я всем желаю крепкого здоровья. И даже если вы о себе узнаете то, что узнала я желаю вам не унывать, жить и здравствовать. Эта выставка продлится несколько дней. Организаторы надеются, что фотографии этих сильных женщин станут мотивацией ни в коем случае не опускать руки для тех, кто столкнулся со страшным диагнозом – рак. Плата за вывоз мусора в будущем сократится за счет раздельного сбора отходов, заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Сейчас в правительстве обсуждается возможность закрепить обязанность по обустройству и содержанию контейнерных площадок за региональными операторами. Это позволит приспособить существующие площадки под раздельный сбор мусора, однако не должно сопровождаться ростом тарифов. Задача трудноразрешимая, так как сегодня за состояние и обустройство площадок отвечают муниципалитеты. Регоператоры затраты на их содержание и обустройство не планировали. По словам замглавы Минприроды Владимира Логинова, цитата, «расходы на покупку контейнеров в тариф в 2019 году не заложены, целесообразно определить регионы, которые изыщут возможность приобретения контейнеров за счет бюджетных средств». Конец цитаты. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 80 копеек, евро 74 рубля 51 копейка. Любимый расстроил вас подарком? Знатные меха исправят положение. Приходи на ярмарку знатных мехов и получи в подарок скидку до 30% на весь ассортимент. С 4 по 10 марта на втором этаже ТЦ «Меридиан», город Кызыл. Праздник уже на носу, а цветы уже на витрине. Магазин «Калибри». Дарите любовь красиво. 8-913-340-40-90. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Тотальная распродажа. Только 200 норковых шуб по цене 79 тысяч рублей. С 28 февраля по 10 марта. Сум, цокольный этаж.
В Кызыле сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении серии краж аккумуляторов с припаркованных во дворах автомашин. Так, в конце февраля в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что в ночное время из его машины, стоявшей во дворе дома номер 2 на улице Байхакской, неизвестные похитили аккумулятор. Вторая кража была совершена в этом же дворе. Неизвестные похитили аккумулятор и противотуманные фары. В этот же день с подобным заявлением в полицию обратился житель одного из домов по улице Лапсанчапа. Потерпевший пояснил, что из его машины также был похищен аккумулятор. Транспортные средства не были оснащены охранной сигнализацией. По данным фактам, следователям возбуждены уголовные дела кража. В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении противоправных деяний задержаны. Один из троих задержанных оказался несовершеннолетним. В отношении его законного представителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время два фигуранта уголовного дела помещены в изолятор временного содержания в порядке статьи 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При допросе подозреваемые признались, что сдали украденные аккумуляторы в пункт приема черного металла. В Туве стартует операция «Тонкий лед». С наступлением весны природа испытывает нас на внимательность и осторожность. Переменчивая погода и визуальная обманчивость льда, который не выдерживает тяжесть даже ребенка, из года в год дает повод быть бдительными и не испытывать судьбу при привычном пешем переходе через водоемы. С 1 марта на территории республики проводится операция «Тонкий лед», целью которой является разъяснение населению правил безопасного поведения на льду, доврачебной помощи, также оказание помощи провалившемуся под лед. Такая профилактика значительно минимализирует несчастные случаи на воде в весенние и предзимние времена года. Так, во Всемирный день ГО специалисты отдела профилактики на водных объектах службы ГО и ЧС провели открытый урок с учащимися и преподавателями 8-й школы Кызыла. Получить социальный налоговый вычет до 15 тысяч рублей вскоре можно будет после приобретения лекарств из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, который заменит действующий сегодня специальный список, утвержденный 18 лет назад. Законопроект об этом подготовил Минздрав России. Налоговый вычет – это сумма, уменьшающая расчетную базу при начислении налога на доходы физических лиц. Вернуть можно до 13% от стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15 тысяч рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму снижения налогооблагаемой базы 120 тысяч рублей. Важное замечание. Получить налоговый вычет могут только работающие граждане, поскольку им возвращают часть налога на доходы физических лиц. Например, пенсии неработающих пенсионеров по доходным налогам не облагаются, значит, вычет им не положен. Но за их лекарства могут заплатить дети и получить вычет. У некоторых лекарств, которые включены в сегодняшний список, давно истекли сроки госрегистрации, а часть препаратов вообще не представлена на российском фармацевтическом рынке. Поэтому врачи их не назначают и не используют в стационарной амбулаторной терапии. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 16, минус 18 градусов, днем 0, минус 2. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.